не нужен, тогда мы разберем. Да, 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 да. Посмотрите, это подойдет, это кусочек. Работа пункта по сбору гуманитарной помощи при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» и волонтерского движения Далевского университета в третьем корпусе Луганского государственного университета имени Владимира Даля продолжается в обычном режиме. Обратиться сюда за помощью или принести необходимые вещи может любой житель Луганской Народной Республики. Уже четвертый день у нас на базе Далевского университета работает пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от украинской агрессии. И хочется сказать, что это просто нескончаемый поток людей. Люди идут каждый день с самого утра и до вечера, несут помощь. И хочется отметить, что это не только граждане нашей Луганской Народной Республики, которые просто инициативные, да, проявляют свою гражданскую позицию, но очень много государственных организаций и учреждений, которые откликнулись, отозвались и точно так же нам помогают. И за эти 4 дня можно сделать вывод, что мы дружная команда, которая друг за друга горой и всегда друг другу готовы помочь. Люди несут ящиками, упаковками, это и консервы, и чай, сахар, крупы, и вещи для пострадавших, для тех, кто находится в больнице. Также это для тех, кто находится в недавно освобожденных поселках, это как счастье. То есть стараются помочь всем. Это и медикаменты для наших медиков, то есть все несут. Каждый день неравнодушные луганчане и жители прилегающих территорий приносят помощь для тех, кто лишился жилья и предметов первой необходимости. Продукты, гигиенические средства и медицинские препараты – все это поможет жителям освобожденных территорий выжить, а нашим защитникам выстоять в нелегкой борьбе с украинской агрессией. Мы, как женщины, остались здесь, и нам, конечно, хочется сделать приятное для наших ребят. Мы понимаем, что наша республика снабжает их всем необходимым, но мы передаем им детские рисунки, мы передаем им записки от матерей, от жен. И также маленькие какие-то подарки в виде там конфет, например, да, там сигарет. Вот, люди несут все, что могут. Дорогие наши ребята, наши защитники, наши любимые мужья, сыновья, наши отцы, мы вас очень любим и ждем. Конечно, сегодня нужнее всего теплая одежда, медикаменты и продукты питания, но люди приносят гораздо больше вещей, необходимых нашим защитникам. Более того, дети Луганской Народной Республики участвуют в этой акции наравне со взрослыми. Они рисуют открытки для наших защитников. Дети верят в светлое будущее и искренне желают Народной милиции Луганской Народной Республики и вооруженным силам Российской Федерации здоровья, терпения и мирного неба над головой. Пусть эти рисунки помогут нашим защитникам и напомнят им о том, что их очень ждут дома. Дорогие наши защитники! Дорогие наши дети, от имени матерей ЛНР и ДНР мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, терпения, выносливости. Мы вас любим, ждем с победой. А вам передаем еще от наших детей и внуков рисунки мира, рисунки любви, рисунки счастья. Мы ждем вас, дети, с победой. Ждут ваши любимые матеря, родители все и друзья. Узнаваемые автомобили с символикой Всероссийской политической партии «Единая Россия» уже сегодня доставляют гуманитарную помощь в город Счастье и близлежащие территории, пострадавшие за время оккупации Украины. Оказать помощь очень просто. Пункт по сбору гуманитарной помощи работает в третьем корпусе Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Здесь рады любому участию и вниманию, ведь каждый из нас понимает, как важна поддержка в это сложное время.